напряженный матч, где, наверное, больше было моментов с ошибок обоюдных. И в таких матчах выигрывает тот, кто проявит какой-то мастерство, потому что забить могли и те, и другие, но исполнение было не на уровне, поэтому голов мы сегодня не увидели. А все остальное, сама отдача, антураж и так далее. Здесь было все, так скажем, претензии к предъявительникам. Две команды старались, две команды бились, и действительно это была боевая ничья. И с тем, что Саксон в последнее время не очень удачно играл, не было ли у ваших игроков подспудного ощущения, что они приедут в четвертую и более легко везут три очка отсюда? Не было, потому что в последнее время нам вообще очки даются с трудом. Поэтому легких у нас и матчей уже давно не было. И мы не предполагали, что будет легкой, потому что ведь у нас была уже очная встреча, мы представляли силу соперника, знали, как нам играть. То есть, ну, у нас сегодня, так скажем, в концовке не получалось. То есть, если мяч держался, то доставка мяча к воротам и завершающая фаза были сегодня на очень сложные. Поэтому, знаете, как их проблемы. Может быть, знаете, я уже в таких ситуациях был, такие, скажем, проблемы должны мобилизовать команду. Тем более, это молодая команда, амбициозная. Таких молодых ребят заставлять не надо, уговаривать не надо. Они сюда пришли добровольно и с большим желанием играют. И мы видели, как они умирали, можно сказать, на поле, падали из последних сил, добывали свои очки. Поэтому здесь, скорее всего, не недооценка, а то, что все-таки переход с натурального на искусственное, холод, выезд и так далее, и так далее. Плюс, может быть, опять же, те футболисты, которые у нас не играли или кого мы меняли, то есть, ну, оказались так, может, мы не угадали, может быть, команда была сегодня не в том состоянии, не в оптимальном для победы. Наверное, Манчестер снял много эмоциональных сил, и где-то, наверное, этого не хватило, потому что ребята расстроены, ребята хотели выиграть, но на победу нужно делать больше. Ну, получается, какое-то, что ли, разочарование, по крайней мере, для поклонника вашего клуба. Вы очень агрессивный футбол ЦСКА Тираски продемонстрировали. Может быть, даже впервые в сезоне очень большое количество моментов у ворот соперника, а сегодня минимум. Ну, это большая редкость, когда команда подряд демонстрирует дома на выезде одинаково агрессивный футбол, как же Динамо Киев не играл. Ну, вы понимаете, что у нас сегодня, выпуская молодого футболиста на поле, он через 5 минут уже вне игры оказывается. У него уже нет сил стартануть вперед и назад. Поэтому можно много говорить, это, знаете, после игры надо проводить анализ, смотреть, что, почему. Еще же мое первое впечатление, что команде не хватило именно тех эмоций, того заряда, который был в Тирас. Там команда была более мотивирована, но я не скажу, что мы несерьезно готовились или хотели легкой победы. Мы понимали, что нас ждет, но вы поймите, что совсем другой отскок. Совсем, знаете, летит мяч, сваливается с ноги, совсем другие. Чуть-чуть, не может быть один прострел, забивай гол, ведь моменты были в первом тайме. И игра меняется. Ведь Шериф тоже первый тайм сыграл, имея моменты. Ноль не мог забить Саксанов. Затем, ну, правда, не дома сыграли. Затем забили и стало легче. Опять же, молодая команда, знаете, вот в тот день она, ну, не смогла дальше собраться, Шериф забил легкий. Может, нам этого гола не хватило. Но и Саксан точно так же может говорить, что они тоже могли забить и не забитый гол. Я просто говорю о своей команде. Мы недовольны, мы футболисты недовольны этой игрой. Но на победу сегодня не хватило нам, много чего не хватило, и это ничья объективная. Спасибо.